Всем привет. 70-й уровень, как вы видите. Это потому, что я 3 уровня нафармил. Вот. Это за тем, что я хочу подраться. Вот с теми вот и вообще со всеми. Надо только размяться. Потому что я сегодня еще не играл. Не дрался. А подраться хочется. Не подраться хочется, а победить хочется. Нет, ну без драки победа-то так себе, да? Удовольствие. Хотя, когда как. Просто других-то способов победить нет в этой игре. Можно было бы, конечно, и по-другому. Но, увы. Ну, вроде за ночь не разучился. Что не может не радовать. Ты чё ты вытворяешь? Оборзел? Ну это же инопланетная хрень какая-то, или водопроводная, вон трубы. Нет? В общем, или то, или другое. Так, все, надоели вы мне, давай. Ты, в принципе, тоже надоел. Ай! Блин, что это? Нет, ну так нельзя, так нельзя. Надо собраться. Так я их не завалю никогда. Там все по-серьезки. Сломанная гайка. Так, давай. Хотя, конечно, я вчера весь день дрался. Всю энергию потратил сегодня что-то. Сегодня миролюбивое какое-то настроение. Драться не больно-то охота. Так, сейчас я чип поменяю только. Первый раз, конечно. Может быть. С первого раза, может, ничего не получится, конечно. Блин.
Отцелиться не дают. Смотри, защищаю, да? Сволочи. Блин. Не дают за... залочить того, кого надо. Ну, хорошо, пока. Какие-то самонаводящиеся тоже. Ты как выжил? Меч только менять. А, ну вообще-то у меня... Вот такой, например. Хотя подожди, это что за меч-то? Оружие. Скидка. Зачем мне скидка? Дай-ка я вот это поставлю. Куда ты уклоняешься, блин?
Все, что ли? Эй, стреляй, 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 стреляй. Что ты хочешь? Но дофига здоровья отнимают. Да, без лома, конечно, весьма проблематично. Блин, ну все, теперь самый геморройный бой. Уходи. Офигеть, урона, бля. Да как же от этого уклоняться-то? Офигеть, урона. Да блин, да вы чё, а? Слушайте, ну это вообще, ребят, что-то нереально вообще. Так просто на первых трех уровнях. И так убивают на втором. Я даже не знаю. Что-то как-то баланс вообще в этом бою. У меня тут стоит максимум АЗ 55% плюс. На 28 ячеек. Но мне не максимум АЗ надо, мне скорость лечения надо. Потому что реально вот этого не хватает. Автоисцеление.
Но без максимума за меня ваншотят. А я не понимаю, как. Ну, может быть, программу бота поменять. Щит есть. Временно создает луч, который исцеляет бойцов, пока они находятся в радиусе действия. Интересно, быстро исцеляет. Да я им не буду успевать пользоваться просто. Давай щит поставим, попробуем. Насколько он вообще защищает? Не, ну блин, ну... Относительно просто на... На первых уровнях. И так сложно на три, на последнем. То есть они меня вообще не убивают, если я в щите, да? Ну, может быть, может быть. Время перезарядки щита тогда надо делать другим. Оказывается, в воздухе можно взламывать. Вот если бы он еще уклонялся в ту же сторону, в которую я предлагаю. Ставим блок и взламываем. Блок стоит. Ай. Допустим, так. Взломал. Блока уже нет. Офигеть. Блока нет.
Мне это оружие не сильно нравится. А, ну в принципе. Ай! Почему? Да. Я совершенно напрасно здесь нахожусь сейчас. Ну да. Эй, а это дальний бой, что ли? Получается, от этой атаки щит не спасает, да. Правильно. Ну прыгай. Ага. Дай. Так, вот ты прям остался, да? Блин, не того. Блин, мне опять сложный достался. Хотя нет, не очень. Гроза. Опа. А вот хрен там плавал. Давай. Ага. А щит-то спас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, только я все равно, наверное, зафейлю, нет? Нет. Ага. О, ты один остался? Ну-ка, парень. Давай-ка мы с тобой разберемся по-быстрому. Щедрули. Щедрули. Откровенный наряд.
Что это? Это кусок откровенный женский наряд, который носили люди. С такой одеждой, как это, вы, наверное, подумали, зачем они вообще что-то носили, да? Вот такими были люди. В любом случае, возьмите, оно ваше. Кстати, да, это было невероятно. Я никогда не видел таких сражений. Эй, хочешь чего-нибудь интересненького? Обернись, тебе понравится. Что там? Что я должен увидеть был? Обернись, тебе понравится. Пса. А, вот так вот. Чё, господи? Где господи? Итак, что же мы выбрать? Пьяный, что ли, был переводчик? ここにいるアンドロイドたちの感情の多様性推測人間が持つ残虐性を持ち始めている。僕にもそういう面があるんだろうか。А что дали-то? Блин, у меня же эта фигня не стоит. Так, что ж дали-то? Ну ладно, дали, что? Так, что теперь, если я с ним еще раз поговорю? Мы подготовили для вас новый ранг. Будете? Это будет проверка. Ха-ха-ха, 99-й ранг. Не, ребят, спасибо. 99-й ранг — это перебор. Наверное. Без лечилок-то. Ну, женский наряд я напялить-то не могу. Где хоть он есть? Маска Эмиля. Что за маска? Не на голову, а на...
смысле, не на лицо, а на... Блин, почему эта менюшка закрывается, когда юзаешь предметы, а? Так, что еще? Наряд. Маска. А, вот, откровенный наряд. Ну ладно. Так, подожди, но я же не могу его эквипнуть, правильно? Нет, не могу. В общем, ладно. Валим отсюда, наверное, да? 99-й, это, конечно, прикольно, но, блин, 99-й, это надо не сейчас идти. Сейчас я с 99-м не справлюсь. А, потом посмотрю, что есть. Да, да, все. Кроме того, я хочу пойти в лес и там... Эй. Чё, чувак, скажешь? Ясно. Так, ладно, чё. Эй, не долет же, а долет. Ой. Так, а ты что дропаешь? Ай. Гораздо. Так, все, идите в пень. Доели до смертей. О. Тут какая-то крыса. Здорово. Да, это новый был, я таких что-то не видел еще.
Просто вот если в пустыню идти, то там на землю нельзя падать. Так? Ну, допустим. Этим, наверное, можно попробовать. Потому что им, в общем-то, мечом биться совсем не обязательно. Кроме того, можно поставить бота, который делает вот так. Вот так. Да? Вот. И пока тут враги, можно их дамажить. Так, а пока дамажишь, взламывать. Пробую. Ну или щит опять ставить. Тоже вариант. Ну так. Я подумал, что лучше щит, причем вот этот. И, наверное, я чипы поменяю. А раз я не буду биться ближней атакой, то мне... Так, вот это вот мне не надо. Хотя, блин. Ладно. Надо было сначала путь найти. Это мне назад надо. Туда куда-то. Раз я ближнюю атаку использовать не буду, значит, мне и чипы не нужны на нее. Блин, без карты хрен найдешь. Нет. О, сундук. Сундук. Да. Еще дали, хер знает. Блин, без карты хрен найдешь, правда. Ой, зараза. Как в пустыне без карты ориентироваться по солнцу? Не знаю. Вероятно, да. Итак, ход моих мыслей таков. Дальность уклонения. Ну, дальность уклонения оставлю. Это не надо. Систему уклонения, ну, оставлю. Автоподбор не надо. Смертельное исцеление не знаю. Обрыв повреждений оставлю. Урон в ближнем бою. А урон оружия вот. Я лучше поставлю, во-первых, урон в дальнем бою. А урон... Так, где это? Вот, дальний бой. Что у меня тут по максимуму есть? Ну, сойдет. Во-вторых, быстрая перезарядка дрона. 4, 4, блин, 26 ячеек, офигеть. Блин, а зря я не...
Ладно, пусть так будет. Скорость не нужна, шанс не нужен. Вообще нет, чё? Провокация не нужна. Сколько у меня осталось 7 ячеек? Защита в дальнем бою. 2%. А дай обрыв повреждений сейчас поставим. Или... Стоп, а... Автоисцеление может поставить. Автоисцеление 5. Ну-ка, подожди. Автоисцеление. Во, вот так, да? У меня из системников стоит данные о противнике. Мини-карта. Мини-карта не нужна, она мешать только будет. 4 ячейки еще осталось. Но на 4 ячейки я, наверное, ничего не подберу. Исцеление 5, да? Это значит 9. А вот двойка есть. То есть я это автоисцеление убираю. И ставлю сюда 9. Попробую так. Ну, не уверен, насколько это получится. Так, что за дрон, защита. Главное не забыть поменять потом. И ближнего боя. Да, вот это вот. Семидесятый уровень, ну, вроде бы мой уровень. Вроде бы мой уровень. Блять, куда ты прыгаешь, дебил? Вот как ты еще прыгает, как ты. Они что-то вообще косые. Попасть по мне не могут. Лол. Так, теперь дрона надо менять. Теперь в дальнем бою. Так. Так, допустим.
Так. Ах ты ж. Ну да. Это плохо. Так, я зря здесь нахожусь. Мне надо вот здесь находиться. Ух, заразы. Куда ты полетел? Блин, надо щит менять. Эти атакуют дальним боем, у них дальний бой опаснее, чем ближний. Ой, наоборот, то есть ближний опаснее, чем дальний. Ух ты! Вот это да! Так просто! Вот это да! Я и не ожидал. Обрыв повреждений 6, поглощение урона 6, отпущение. Обрыв поглощения урона, отпущение. Оно говорит, что правило, что это не для того, чтобы сковывать нас, а для Локо, для того, чтобы могли познать нашу свободу. Все же почему-то чувствуешь, что они сковывали. Интересно тогда, как должны были чувствовать себя наши великие предки. Интересно, как ужасно это должно быть. Что? Ладно, давай посмотрим, что там следующее будет. Не получаю урона, да вы издеваетесь. Это как это так возможно, не получать урона? Нифига себе. А интересно, урон вот здесь считается за урон? Будет считаться за урон или нет? А, сука. Да куда ты? Я даже не знаю. Да вы сдохните уже, нет, наконец. Блин, я вообще-то не это хотел взламывать. Блин, 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 зараза, зараза. Не, этих надо взламывать, блин.
сраный лог. Так, вы готовы? Ну и ты. Ау. Плохо. Это плохо. Это плохо. Это будет считаться за урон? Да, будет. К сожалению. Блин, ну вот. Я еще раз попробую, конечно. Что-то мне это испытание вообще не, тоже не нравится. Да. То есть мне урона вообще нигде нельзя получать. Ни во взломе, ни... Блин, да куда ты? Я же щит поставил. Вот тебе, пожалуйста, блин. Ладно. Это была неудачная попытка. Давай еще раз. Да. Господи, я понял. Это зараза. Куда ты прыгаешь, дебил? Твою мать! Уходи нахер от них. Сраные. Меня напрягает то, что уклоняться тут как получится. Я имею в виду уклонение как получится. То есть то влево, то вправо он может уклониться. Я не понимаю, почему. Он не обязательно уклоняется в ту сторону, в которую уклоняюсь я. Вот что напрягает еще. Вот что это такое? Нафига этот реверанс мне нужен? И не тебя. Зачем лочить ближнего, когда можно лочить дальнего, да? Ну, логично. Уходи. Нафиг. Да вы подохнете, нет? Thank you.
Блин, еще один. Я вообще-то слабо представляю, как в ближнем бою можно не получить урона. Пипец, проебал опять. Ладно. Фиг с ним. Потом. Когда-нибудь, может быть. Пойду к роботам. К роботам я понял, почему я проигрывал. У меня же есть чип, как он называется, в общем, увеличивает количество жизни у роботов. А я его не эквипал. Совершенно напрасно. Так, мне только надо карту поставить. Карту. И текст жену. На самом деле плохо, что... А вот не знаю, щит в режиме взлома работает или нет. Это, ну, наверное, нет. Если бы был щит, это было совсем просто, наверное. А, автоподбор. Зачем они сделали ботов сверху? Да. А. Ты хрен с ними, в принципе, с предметами нафиг. Ничего мне не дадут хорошего. Так, это мне надо лес. Центр, правильно? Вроде да. Кабан, поехали. Так, это куда мне надо-то? Юные мстители. А, вот сюда, да? Роботы, роботы, ёбаты. Ёбаты, ёбаты. Ну, мне, в общем-то, пригодится только... Давай посмотрим. Так, это не надо, это не надо. Система уклонения. В роботах это не работает. Дальность уклонения не работает. Быстрая перезарядка бота. А, интересно. А, бота, по-моему, у роботов нет. Смертельное исцеление.
Интересно, это работает на роботах или нет? Хороший вопрос. Так, мне надо... разгон, не разгон, шанс. А, это же... Подожди, это не вот здесь вот. В принципе, вот это можно. А что это дает? Взлом врагов вызывает 20-метровый взрыв и оглушает. Подожди, у меня там взлом работает, вообще нет. Вот. Усиливает роботов. Двадцать две ячейки надо. Ладно, вот это вот я удалю. Нафиг. Потому что, по-моему... Было. Усиление взлома. Осталось 11. Останется 5, но это ничего не дает, да? Хотя... Ладно, попробуем. Не знаю, что получится. Блин, ну 45-й левел. А, вообще-то тут как-то... Тут как-то все интересно так работает. 45-й робо-левел — это не то же самое. Давай. Кулаки, пистолет. Дай кулаки. Давай нет. Семьдесят девятый уровень. А, тут взлом не работает. Не взлом, не... Ага. Фига. Нормально. Нормально. Эй, как ты промазал-то? Нормально. Дальше что?
Ура! Я победил. Новенький болт, новенькая и большая шестеренка. То есть тут не работает ни бот. Бота нет. Но автоисцеление, я так понял, тоже не работает. Смертельное исцеление, не знаю. Я вообще не знаю, что работает. Обрыв повреждений не нужен. Ладно, давай попробую еще раз. Следующий уровень там. Хорошо. А чё, почему так мало-то? А ты чё? Чё-то тут два вида всего. А, нет, вот ещё. Какая-то дрянь появилась. Эта дрянь. А какого же робота взять? Того же, что ли, попробовать? Давай этого попробуем. Да. Ой, нет, 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 не Я не хотел пистолет брать. Ладно, давайте вы меня убьете тогда. Хотя... Вы что-то мне и урон-то не наносите, нифига. Ай. Да. Летучки. Шибись, да? А, нет. Ой-о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 й. Побежал, побежал, побежал. О, опять выиграл. Круто. Надо же. Насколько уровень все-таки тут имеет значение. Возгорание, исцеляющий сброс, усиление взлома, оглушение. Ну, давай смотрим, что дальше. 60-й. Давай. Ну, давай пистолет попробуем. Чё? Постарайтесь не пораниться, говорит.
Так. Не-не-не. Это я покойник. Ну да. Автоисцеление здесь не работает, правильно? Ну какое автоисцеление у робота? Уходи. Все, ты здесь. Допрыгались. Куда ты стреляешь, блин, дебил? Пипец. Ну-ка, давай другим попробуем. Давай попробуем вот этим. Давай. Как он бьется-то. Так, что ты умеешь? Ага. Что-то я не понял, как он бьется-то. А, во. Такая атака. Ага. Не попал. Слабо понимаю. Как им надо биться, честно говоря. Что еще? Ох, ё-моё. Ну, одного убей, нет! Сразу! Интересно, как же быть? Прикольно. Все равно прикольно. А кто тут еще есть? А ты что умеешь? Хоть показывали, сколько у них жизни, сколько чего. Подожди, а может это в знаниях есть? Информация единица, да? Ну нету нифига, тут только чё, описание, а как? Средний четвероногий. Ну-ка, может быть, лошадь выбрать? Интересно. Там где-то лошадь была. Давай. Какое оружие? Четырехногая конфигурация, гуманоидная конфигурация. Вот. Так, и что ты умеешь? Во, да, он бегает классно. Урон, правда, у него фиговый.
Но бегает он офигенно. И уворачиваться он тоже умеет. Что-то я ни в кого не попадаю. Ну вот он хорош против одних и плох против других, потому что... вообще ни в кого попасть не могу. Ну да. Ладно. Дай-ка я попробую со своим старым знакомым. Давай кулаки. Или... Давай кулаки попробуем. Ну давай. Да, урона, конечно, я получил много. Ау. А, уходи, уходи, уходи. А вот этот урон вообще чуть не получил, нифига. Я даже не знаю, что тут можно еще придумать. Попробую еще раз большим, не получится. Закончу на этом. Большого здоровья все-таки побольше. Может, вот этой летучкой попробовать? А как ничего? А как мне его без оружия убивать? Что? Понял, не дурак. Мне уже урона, конечно, нанесли. Вагон с телегой. А, у него тоже уклонение есть. Эх, жизни бы побольше, чуть-чуть ему. Можно было бы замутить. Чувак, что у тебя есть? Смятое гнездо. Брахло всякое. А это что? Почему пусто? Тут еще замануха есть. Ну, может быть, это открывается на поздних испытаниях, конечно. Ну, давай попробуем большого здоровяка. Еще раз. Так, что тут у нас есть? Я еще не понял, как атаки используются. Вот это что за атака была?
Это какая? Нет, это не она. Как использовать? Фак. О, да, вот это надо. Давай, парень, давай, парень, давай, парень, давай, парень. Давай, парень, ты сможешь. Давай, парень, давай, давай, давай. Или нет? Понятно. Короче, надо уровень качать. Все. На этом я закончил со здешними приключениями. Уловка в том, что надо приблизиться, а потом, ну да. Ладно, на этом серию закончим. Всем пока.